такой же пути Арбатско-Кировской линии в сторону молодежи. Все, конец. Там можно видеть, какой хвост там видится. Весь участок, почти весь участок, который наземный. 15 июля 2014 года. Станция Ревонки, Кунцевская молодежная, в сторону Гадяцкого шоссе. Поезд следует до станции с ограниченным маршрутом до Строгино. Был бывшим поездом изменений с конца 2014 по 2019 год, в середине.